В Твери почтили память небесного покровителя города, святого благоверного Михаила Тверского. 5 декабря в столице Верхневолжья прошли торжественные мероприятия. Репортаж с места событий. Утром в Воскресенском кафедральном соборе в Твери прошла божественная литургия, которую провели митрополит Тверской и Кашинский Сава и митрополит Виктор. На службе присутствовал губернатор Игорь Руденя. В полдень на площади Михаила Тверского у памятника собрались сотни тверичан. Там состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти небесного покровителя Твери. В нем приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, руководство города, общественные организации, духовенство и простые горожане. В завершении собравшиеся возложили цветы к памятнику Михаила Тверского. В этот же день на светодиодных экранах, расположенных на улице Трехсвятской, прошла демонстрация фильмов «Михаил Тверской», «Анна Кашинская», «Дом Спаса». В горсаду у памятника креста небесному покровителю Твери участники историко-патриотического клуба «Дружина» заступили на пост исторической памяти. В муниципальных учреждениях культуры прошли тематические мероприятия, уроки мужества и истории, книжные выставки, экспозиции детского рисунка. А в пятницу, 6 декабря, в Тверском императорском дворце в 17 часов состоится лекция «Михаил Тверской».